Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем большое спасибо за лайки, за то, что смотрите. Ставим лайки, ставим. Я всем-всем ставлю. Подписывайтесь. И вот такая у нас красота. Смотрите, сегодня у нас такие булочки с яблоками. Тесто изумительное. Вот я разрезал. Тесто супер. Смотрите, яблочки в середине, орешки. Чуть-чуть сверху пудры. Смотрите на эту красоту. Тесто несложное. Ну, каждый сможет сделать. Кому интересно, смотрим дальше. Ребята, для выпечки такое интересное нам понадобится. В первую очередь яблочки. Желательно зеленые. Желательно. Но нету. 6 штучек. Мы их будем чистить, вынимать. Сердцевинку я покажу. А теперь нам понадобится 140 грамм масла и 250 грамм муки. Вот здесь. Надо масло протереть на терке. И сейчас вот эту всю массу мы превращаем в такую крошку. На терочку холодные. Смотрите, как оно хорошо. Все тут соединяется даже одной рукой. Все соединилось. Такая крошечка на терочку. Потому что если кусочками, я не очень люблю, пока раздробишь. А так мочите масло в муку и натираетесь. Это несложно. Вот такая крошечка. Теперь еще забыла сказать, 10 грамм разрыхлителя. Вот оно смешанное уже все. 10 грамм разрыхлителя. Сюда нам понадобится 2 яйца, 130 грамм сахара. Все это ванильный сахар. Все это надо взбить. Хорошенько все надо взбить. Можно добавить 100 грамм сметаны. Можно добавить 100 грамм воды. Потому что масло я сейчас добавлю водички. 50-100 грамм. Хорошенько взбили, чтобы растворился сахар. Можно сметану, можно водичку. Буквально чуть-чуть. И теперь все это выливаем к нашей муке. Замешиваем тесто. Мука разная. Наверное, мы сейчас еще чуть-чуть добавим муки. Тут пока 250 грамм. Видите? Смотрите по муке. Сейчас будем добавлять, наверное, грамм 100-200. Ребята, вот такое тесто получилось. Видите? Даже не могу сказать, сколько добавили. Изначально 270. А потом добавляйте по чуть-чуть, замесите вот такое тесто. Потому что мука разная. Вот это такое состояние. Сейчас мы ставим назад и отправляем в холодильник минут на 20. Займемся яблочками. Ребята, готовим яблочки. Вот такие нам надо сделать. Короче, берете вот это такое яблочко, очищаем. Я не показываю подробности. Делим его на 3 части. У меня есть такая вот пробочка. Намечаете. Вот так. И ножичком вырезаем аккуратно. Есть такие штучки, которые сердцевину удаляют. У меня ее нету. И ножичком аккуратненько вот это все вырезаем, чтобы была ровненькая в середине дырка. И делаем все остальные. Вот, ребята, как получается.
Ничего страшного абсолютно. Ну, чуть-чуть время занимает. Ровность отверстия не принципиально, чтобы она была по центру. И вот такие вот. Но все будет закрыто. Нам просто надо это отверстие. Сейчас постоит тесто чуть-чуть. Сейчас мы еще доделаем. Вот оно. Не принципиально. Потому что оно все будет запекаться. Доготовим дальше. Вот, ребята, тесто с холодильничка. Такое тверденькое стало. Делим его напополам. Ставим назад, где оно было. А эту часть сейчас будем раскатывать на коржечке. И вот эту часть раскатали мы, делим на 8 частей. Пополам. Тесто не должно быть толстое. Пополам. 4-4. Пополам. Оно такое постояло в холодильнике. Ту половину можно тоже пока поставить. Вот, 8 частей должно быть. Сейчас мы их будем раскатывать. И ставить в середину яблоки. А теперь, ребята, раскатываем. Вот такие должны быть. Можно даже чуть-чуть плотнее. И у нас есть корица с сахаром. Где-то 4 ложки корицы и ложечку сахара. Раскатанный кружочек у нас. Берем яблоко. Обмакиваем корицы с сахаром. Хорошо обмакиваем со всех сторон. Ставим посередине нашего теста. И сейчас будем его потихонечку сюда собирать. Смотрите. Раз и в центр. Раз и в центр. Поворачиваем аккуратненько так. Слаживается. Ничего, это красиво. Прямо там прилепливаем. Не сильно тонко катайте. Вот это тесто еще будет подходить. Середину яблочка. Тын, пальчиком туда. И еще один раз. Прямо туда его в середину хорошо. И вот такая красота у нас получается. Ставим на противень. Ничем смазывать не надо. 180 градусов, минут 40. Хочу повторить еще раз. Смотрите, раскатали. Берем яблочко. Обкатываем его. Сахар с корицей. Со всех сторон ставим посередине. Лишний сахар убрать. И потихоньку заносим сюда, вовнутрь. Раз. Два. Поворачиваем, чтобы было удобно. Три. Вот такие красивые складочки получаются. Смотрите. 4 сюда все вовнутрь, туда, в ту дырочку. Оно пропекается хорошо. И это одно. Вот оно. Смотрите, хорошо. Чуть-чуть тут. Ничего страшного. Ничего страшного. И вот такие вот получаются штучки с яблоками. Сюда мы насыпем орешков в середину. Вот сюда орешки, любые. И ставим в духовку. Смотрите, хорошо. Чуть-чуть время занимает. Но это так не на каждый день. Это так. Чаю кому-нибудь, день рождения. Подружка пришла. Вот. Вот насыпаем орешки. И все в духовочку. Все это запекается. И пудрочка сверху.
отлично будет. И вот, ребята, наши булочки испеклись. Смотрите, какие красивые. Смотрите, какие в середине. Тесто песочное. Мягенькое яблоко в середине. Совершенно другой вкус, чем порезанные на терку яблоки. Или протушенные. Очень вкусно. Чуть-чуть надо поиграться. Немножко. И смотрим нашу красоту. Готовим. Всем приятного аппетита. Пока-пока.